Красная. Так, пошла запись. Значит, смотрим сюда. Смотрим сюда. Так. Вон, видим какую-то там церковь древнюю. Да. Так. Ага, Солодов, где мы? Так, мы в Великом Новгороде. Почему он великий, я не знаю, но пробки, как и во всей остальной России. Значит, мы сюда приехали покушать, посмотреть на Кремль. И будем трогать на Псковск. Псков? Помнишь, что Псков? Да. Псков. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Угу. Подожди, ты хочешь сказать, что вот это я все по телефону разговаривал, я вот это все записывал? Через 300 метров, да, двигайтесь прямо. Выключить надо тогда. Смотри, едут все куда-то. Все едут, мы стоим. Промсвязьбанк. Ура! Торы. Бронза. Автобус. Чуть это подъезжает. Опять этот же Мазда, посмотри. Нет, это другая. Какая Мазда? У нас это был. А, Митсубиси это было. Прямо. Ну ладно, где мы? Расскажи вкратце. Ну мы стоим в пробке опять в Новгороде. Угу. А что курицы? Курицы проехали. Да не, есть будем сегодня. Ну курочку покушаем. Молодец. Работники полиции только что поехали. Поздоровались с нами. А что хотели? Узнать, что мы тут с Москвой делаем. Мы им сказали, что мы снимаем фильм документальный. Сказали, как называется, еще не знаем. Угу. Вот люди, смотрите, на остановке стоят. Местные жители. Новгородцы. Девочка, повернитесь. Да, девочка. Ой, нет, девушка, отвернитесь. Что такое? Не алло? Где-то тут должен быть Кремль. А что они все с такими антеннами едут? Это таксеры. А-а-а. Закрой окошко. Посмотри, какой красивый дом. Вон улица целая. Еще одна. Опа, пулечки. Кремль. Что-то там прям серьезное такое. Через 300 метров. Во все отечество, славься великое. Сейчас погоди, давай дальше поедем. Потому что наш Кремль же найти. Опа, ну это прям дом советов, 100%. Солодов, где мы? Мы возле музея, там где написано тупо музей. Видно? Музей. Да, видно. Хорошо. Музей. Вот, музей. Это самый главный музей Новгорода. Ну, нету названия, потому что... Хорошо, он один. То есть есть театр, есть музей, есть школа, вон Кремль. О, Кремль. Вон Кремль. Вот нам надо где-то припарковаться. Возле того дяди? Что-то я не уверен. А, ну да, тут вот парковочные места, да? Да. Сейчас мы объедем. Там кирпич, алло, куда ты бьешь? Понял. Блять. Спасибо, брат, спасибо. А. Давай! Ой, ну! Тус. Еще и газанулся. Это куда мы заехали? На платную парковку? Смотри, дали. Покажи. Вот, дали нам карточку. Которая... Да, я покажу. Значит, смотрите, карточка, на которой с этой стороны написано ничего, а с этой стороны написано solodov.com. Только белой краской, поэтому не видно. Получилось. Опа, матрешка, смотри.